to ja narodziło się w nocy między 25 i 26, a 25 to jest Dzień Niepodległości Białorusi. I każdy rok to jest wielka akcja. Mój dzień urodzenia był po tej akcji i każdy rok ja spotkałem swój dzień urodzenia bez ojca. I zawsze bojałem się, żeby ojciec był następny dzień ze mną na moim dniu urodzenia. Właśnie, żeby nie był w więzieniu. Ale wiecie, to jakby nienormalne być jakby urodzonym opozycjonistą, to nienormalne. Właśnie być normalne być jakby normalnym człowiekiem w swoim normalnym, wolnym kraju. Мене зовут Франок. Я народился в 1988 году в Минске. Советский Союз в этот час начинает распадаться. В 91 году мне исполняется 3 года. И я гуляю еще в песочнице, мару стать поэтом. Не разумею, что такое Беларусь, але слово мне уже тогда это вельми подобалось. Советский Союз распадается, Беларусь становится незалежной, мой тата в этот час створает белорусский гуманитарный лицей, який, как он каже, повинен гадавать будущие белорусские элиты. В 1994 году мне 6 годов. Я упершиню иду в школу. И упершиню Лукашенко приходит в великую политику. Ну и картошки немного, там трава, место низкое, так мы, в общем-то, ее не засевали ничем. Я иду голосовать с татом на выборы. Мы не голосуем за Лукашенко, а Лукашенко становится президентом. Лукашенко снимает бел-червоно-белый стяг и вешает свой, червоно-зеленый. Лукашенко вертает в Беларусь советские символы и советскую речаисность. В 2003 год и мне 15 годов. Я учусь в белорусском лицее, який есть апошняя школа с белорусской мовой навучання. Ну и тому Лукашенко я ликвидую. Мы не поддаемся. Мы протягиваем учиться подпольно. Живе лицей! Живе! Живе Беларусь! Живе! Белорусский наш лицей, мы тебе вславляем. Дух любови и свободы, ай, крыляе тут завсёды. 2006 год. Мне 18 годов. Начинается дорослое житё. Догадуль я живу с Лукашенком. Але я не прагну жить с Лукашенком до самой смерти. Тому я буду робить усё для того, каб ситуация изменилась. Разрешение распространения у вас есть? Разрешение не исполкома. Разрешение не проблема. Требую везде разрешение распространения, тем более газеты. Покажите закон. У вас документы по себе имеются? Они имеются. Скажите, какая причина того, что меня стремилось? А вы службу приметную? Нет, скажите, для кого? Какого преступника? Какого преступника? Давай. Я сейчас уйду с вашего участка в иншее место. Это вам досково будет? Давай. Грифана своего забирай. Хорошо. Что нам это? Мириться будем? Не терпеть пригнет, не, не, свободу для нас никто спинить не сможет, бо разом мы, и мы переможем. Скажите, пожалуйста. Разрешение не требует на распечатку газеты, наверное. Серьезно? На какой подставе? Вы меня стремливаете. Я все понимаю, что вы записываете на видеокамеру. Да, я записываю на видеокамеру ваши действия. Но тому лепей сразу перестаньте. Собирайте свою газету, пойдемте с нами познакомиться. Яны нас спыняюць, затрымліваюць, арыштоўваюць. Але што б яны не рабілі, газета ўсё адно знаходзіць свайго чытача. Что такое у сучасным, становишься быть белорусом и отражать эту национальную тоесность?
по мне, что треба робіць свядомым беларусам, то кожны павінен рабіць сваю справу, але вельмі якасна. Ці гэта можна цалкам з гэтым пагадзіцца? Вось у нашай сённяшняй сітуацыі. Вот, например, Стефа хочет снимать кино, да? Ти быть журналистом, да? Ты сказала, например, что не все в Беларуси робится добро. Тебе посадили в тюрьму. Але просто, когда тебе перешкоджают, это ж не от тебя залежит. А что робить, когда тебе перешкоджают сумленно робить твою профессийную вот, справу, працу? Как журналисту можно засновать выдание какое-нибудь, с такой назвой, какой-нибудь такой, или шлях до будущего, так? И спочатку выдать 4 номеры про державные, а потом по крыху менять ему структуру. Ишь ты якая! Ведь в Беларуси как раз можно сказать, что несправедливый закон, как раз можно нам это треба обыходить, как что-то. Страшные речи ты кажешь. Беларусы, значит, у них выховывается такое ставление до закона. И до чего мы так дойдем? Мы же так не повинны протестовать. А як мы протестуем, дарэчы? То, что мы тут вучимся, это уже протест. Ось, то, что мы разговариваем по-белоруску, это протест. Малюся я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Выпускники ліцею стаяць перед выбором. Альбо з'ехаць за мяжу, альбо застацца ў Беларусі. Тыя, хто з'язджаюць за мяжу, яны поступаюць у добрыя універсітэты, але яны не маюць дакладнай перспектывы вернуцца ў Беларусі. Я ж асабіста, я выбраў застацца ў Беларусі. Бо тут я маю сваё жыццё, сваю працу, дасягненні сваіх сяброў, свой асяродак. І паза гэтым асяродкам я сябе не ўяўляю. Як не ўяўляю сябе паза Беларусі. Зараз успела, гэтага магло не быць. Але што яго не могло вообще не быць? Там могло быць шыцко добра. Шыцко ты маш у сваіх рэнках. Мы можам змяніць там свят. 2, 3, 4. Я знешні палітык, а ў душы я паэт. А ты? А ў душы я паэт. А ты што такое? Ты, давай, абудзіся, спявай. А з танальнасцю сыта што? Не стональністю, ладно, фікс не стональність. Забудь про тональність. Ні, часом ти трапляєш. А ти яркий і смішний, а в душі мандат. Давай, вот эту ночь прокричи. Ночь не дарить зори знов. А ти була коли-нибудь п'яна і пила пісні? Ти коли-нибудь кричиш увогуле? Лізочка. Зайчик. Зайчик. То ж може годжин 15 чи 20, тільки на одну пісенку. Я смішня політик, а в душі я поет. А ти вічний філософ, ти вивчаєш прикинь. Поздравляю, записано.